мы разбираем только ответ. Первое наше движение, у нас идет слайд на левую ногу вперед. Правая нога у нас остается сзади, мы не подтягиваем. Руки у нас идут в стороны. Ладони не прямо, они немного идут наверх. Затем мы уходим немного вперед, руки сбрасываются просто вниз. После этого у нас идет спрыг на левую ногу. Пам. И в этот момент у нас будет сбрасываться правая нога немного назад, то есть он делает пам, пам. Два спрыга. Так, так. Руки были внизу, они уходят опять здесь. Руки будут в кулаках, у нас будет работать правая рука, за ней левая. Правая, левая. Движение соединяем. Спрыгнули, акцент идет правой, сюда на спрыг. То есть вот в эту часть, ближе к корпусу. Пам, левая откручивается. Пам, левая откручивается. После этого мы разворачиваем себя, нога правая подставляется, и в этот момент у нас руки пам, сбрасываются в левую сторону. После этого у нас идет шаг на левую ногу, пам, корпус остается немного сзади. Затем правая подходит к левой и уходим обратно. Руки с левой ногой пам, вывели вперед, раскрыли правую ногу, опять закрыли и развернулись. То есть мы делаем так. Уходим на разворот. Когда у нас ставится левая нога, да, у нас левая рука тоже ставится перед собой. Расстояние должно быть между корпусом и рукой. Еще раз. Мы сделали слайд вперед. Пам. Шли вниз. Спрыгнули. Спрыгнули. Развернулись. Вперед. Назад. Развернулись. После этого мы будем немного оставлять правую ногу два раза. Первый раз мы ее вставляем, пам-пам. На этих прощелках у нас правая рука работает пальцем или двумя пальцами. Смотрите на своего ментора и повторяйте за ним. Проводится от локтя, примерно, то есть, опять же, не по руке, а на расстоянии от нее. Пам-пам. В это время с первым разом указательный большой палец раскрывается, второй раз средний. И вместе с этим у нас работает нога, то есть мы делаем раз, два. Затем у нас руки раскрывают уже ладонь, рука уходит в пам, сперва нога у нас заворачивается, она просто пяткой смотрит на зрителя, руки. Правая рука идет перед левой пам, доходит до локтя, раскрывается обратно, прокручивается, идет она к зрителю, затем корпус и выходит она сюда, опять. Соединяем, сделали, раскрыли, раскрыли, завели, вывели. Во время прокрутки у нас нога опять пам, рука идет к корпусу, нога заворачивается, вывели. После этого у нас руки будут раскрываться, мы делаем шаг на правую ногу, у нас руки будут пам, раскрывают. Затем мы обратно собираемся, мы уже через точку, то есть мы делаем точка, точка, точка. И на последний счет мы руки сбрасываем и спрыгиваем. У ребят идет переход. После этого у нас работают ноги. Движение идет фокусное, мы делаем пам, нога, то есть мы ногу пам и развели. Нога ушла назад, нога идет обратно вперед и снова назад. Руки у ребят в свободном полете, скажем так, то есть сперва они уходят назад, вперед, назад. После этого движения мы делаем назад, руки у нас опять же уходят назад, дальше. Руки вперед, вот так вот с ногой, то есть у ребят или в крышку здесь, или наверх. Смотрите опять же на своего мембера и повторяйте за ним. Пам. Обратно нога уходит назад. Затем шагаем на левую ногу, руки в крест, на правую руки раскрыли. И далее вот идет самый сложный момент хореографии. Что у нас делают ноги? У нас мы правую ногу приподнимаем немного, она у нас ставится, и левая пам выходит вперед. И тоже делается слева, то есть она приподнимается, ставится справа вперед. Так, так, так. У кого-то нога идет на носочке, пам-пам. Кто-то делает полный с тобой. Опять же, смотрите, как вам будет уже удобней. У нас идет 4 прыжочка. Раз, два, три, 4. Руки. Правая рука, она делает 3 круга вправо и затем 2 влево. Мы делаем раз, два, три, обратно, обратно. Что у нас делает левая рука? Она и будет с точками. То есть мы руку пам, поднимаем наверх в согнутом положении, выпрямляем локоть, кисть надевается в другую сторону. Работает только кисть. И собираем руку обратно. Кисть,
локоть. И пытаемся соединить движение вниз. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Затем мы спрыгиваем широкие ноги. И руки у нас уходят вправо. Там мы немного подаем корпус. После этого у ребят идет переход на уже заключающую часть. Повторим все сначала. 7, 8, 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и. После этого ребята встают в диагоналечку, ноги у них не широкие, то есть вот буквально на широкие плечи или даже лучше. У них тело ничего не делает, у нас работает только голова. Мы делаем акцент, идет в правую сторону, а голова работает в сторону. Мы делаем раз, и два, и три, и четыре, и затем мы разворачиваемся. Разворачиваемся обратно на грудь, пам, в другую диагональ. И вместе с этим у нас раскрываются руки. Пам, наверх. Затем мы делаем все то же самое, разворачиваемся, но уже сбрасывая руки вниз. То есть кто-то сбрасывает руки наверх. Опять же, смотрите на мой график. Мы сбросили руки, и снова переход идет. Пару шагов. Затем, ну, желательно, конечно, развернуться или спиной, или боком. Потому что движение будет делаться эффектно, но опять же смотрите на свой фон. У нас идут маленькие прыжочки на правой ноге, левая нога выбрана назад, согнута там делаем. Так. И разворачиваем себя в правую сторону. Правая рука у нас у плеча, левая рука просто наверх. И мы делаем так. И сбросим себя. Просто нога ставится и рука уходит вниз. После этого у нас корпус уходит немного назад, у нас работают ноги. Правая, левая, правая, левая. Плечи. Каждый раз, когда у нас поднимается колено, у нас левое плечо должно оказаться следующим. То есть мы делаем пам, и, пам, и, пам, и, пам, и. И все это время у нас голова должна смотреть наверх. После этого движения мы сделали последнюю ногу левую. У ребят идет переход. Кто-то идет вперед, кто-то назад. Мы с вами пойдем вперед. Мы сделали пам, пам. И сразу с правой ноги мы идем. Раз. Два, чтобы мы вперед, то руки у нас удобрение будет также вперед, ногу поставить. Пам, пам. И идем с левой же ноги назад. Руки за себя убираем. Так. На этом все. Соединяемся в следующую полностью по счету. 7, 8, 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и. Соединяем всю хореографию под 80%.